В рамках проекта школы «Росатом» и департамента образования впервые провел в нашем городе турнир по новой игре «Космоболу». Принять участие в чемпионате могли как мальчики, так и девочки, причем прекрасной половины получалось ловить пасы ничуть не хуже. Поддерживали своих подопечных воспитатели и инструкторы по физической культуре. Ругали, хвалили, давали советы, переживали за каждого юного спортсмена. Космобол – игра новая. Правила сходу пришлось осваивать и детсадовцам, и судьям, представителям Федерации футбола. Космобол похож и на гандбол, и на футбол, только мяч нужно не пинать ногами, а бросать руками. Элемент гандбола скорее присутствует. Также работа с мячом – то же самое, что и футбол, только единственная укороченная площадка. Ворота смещены, площадка сужена. Ну, 5 человек играет на ней, потому что очень много. Я не знаю, как это там они там с ушло играют. Ну, в принципе, ручной мяч. По признанию организаторов, малыши продемонстрировали хорошие навыки владения мячом и слаженной работы в команде. Игра вышла очень динамичной и захватывающей. Ребята получили массу положительных эмоций. Мне это понравилось, эту игру. Я буду в эту игру учить моих друзей. Мы очень много готовились и тренировались. Мы держали себя в руках и боялись, что мы проиграем. Команда детского сада номер 1 стала победителем муниципального этапа. Ребята получили право участвовать в следующем дистанционном этапе чемпионата. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.